Мы на месте. Мы приветствуем Хуберта, интересуемся, готов ли он к проверке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Доверит. Я даю команду на счет три. Сканер сканирует пространство над головой Хуберта, под ногами. Хуберта находит все. У него нет интерферентов, но у него есть какие-то энергии белые. Отлично. В области туловища и ног. Я даю команду на счет 3, включая Хуберта, белый свет 1, 2, 3. И все эти белые энергии выходят и формируются в шар. 1, 2, 3. Готово. Отправляю этот шар в клетку тюрьму. Значит, три выстраивай канал вот этого шара к ответственным за эту энергию. И на счет три силы моего намерения притягиваю в клетку тюрьму. Они становятся моими заложниками. Один, два, три. Канал выстраивается, сущности притягиваются. Да, будет так, а так есть. Дракон. Дракон какой? Синий. Синий дракон, хорошо. Здесь, скорее всего, демон, но он не в нем. Он со стороны смотрит на это на все. В нем нет его энергии. Сейчас узнаем, демон. Все. Считай цифру демона над головой. 12. 12 герцой. И у дракона считай цифры над головой. 1604. Хорошо, демон. У меня к тебе вопрос. Это твоя работа была, когда ты толкнул Хуберта, и он ударился ребром? Или удар в ребро был? Это твоя работа была? Нет, это не его. Это как раз энергия дракона, которая его окружает. А почему его окружает энергия дракона? Дракон. Играет он с ним. Крыльями меряется. Крыльями меряется. Давай со мной померяемся крыльями. А? В моих Не руках здесь. появляется печать дракона. Один, два, три. Включаю на полную мощность. Дракон получает мощнейший удар печатью семи архангелов и отлетает в другой угол клетки. Один, два, три. Пошел удар. Но ему неприятен этот удар. Он как-то ему в живот пришелся. Еще есть желание помериться? Не, не на твоих условиях. А кто ж тебя пустит на твоих условиях? Паразит? Ты паразитарная сущность, которая входит в биополе осознанного человека. И будешь за это наказан. Ты его ударил в ребро? Энергиями, вот этими белыми он кидал. Хорошо, Влад, Только на... в ребро, ноги. И в ноги кидал. Влад, направь на него свой лазер и найди его тонкое, самое слабое место и ударь мощнейшим ударом, чтобы он прочувствовал. Пошел удар. Он говорит, что ты меня разрезать можешь так. У него низ живота и... я, тебе живот. сдам, я тебе сегодня сдам межгалактическую полицию. Ты паразитарная сущность, которая специально вошла воровать энергию осознанной души у ангела 18 уровня. За это ты будешь наказан. Говорит, что он 17 уровня. И он не воровал его энергиями. Он мерился. Кого? Хорошо. кого они сильнее. Ну вот давай, я с тобой меряю сейчас. Ты хотел поиграться, давай поиграемся. Появляется шар энергии аргу и кидая в него. Пошел удар. Я тебе покажу, паразит, как подходить к ангелам. Ты думал, это серая не уничтожай, зона? Уничтожай, он говорит, что ему плохо в этой. Э, а зоны. ему было хорошо его с твоими. Убираете энергии, входят в меня. А ему было хорошо, когда ты его в ребро ударил, когда он неделю лежал, не мог встать. Ты силами хотел проверить? Да. А вот я сейчас думаю, пересчитал я или нет. Может, тебя уменьшить в три раза или повесить? Он тебя... понял. Не понял ты ничего, дракон? Сколько ты находился в его биополе? Ну, он как таковой не находился. Он кидал вот эти энергии в него, в ноги, по mm. телу. Хорошо. Вокруг они оставались. Так, дракон, ты присутствуешь в его доме? Прямой вопрос. На улице Где в саду? На улице приятней. Где Зеленое. ты находишься в саду? Дерево показывает. Дерево, которое возле входа стоит справа. Небольшое. Если небольшое там дерево, яблоня. Вот она. Хорошо, дракон. И как мы с тобой сейчас будем эту ситуацию разруливать? Я не собираюсь тебя терпеть в его доме. И он этого тоже не хочет. Я тебя предупреждаю. Я буду чистить этот дом. Если б я при чистке через пару дней найду тебя в этом доме, я открою перед тобой галактическое ядро и скину тебя на переработку. Как это открывается? Я тебе сейчас покажу. Открывается передовой клеткой портал в галактическое ядро. Один, два, три. И дракон прекрасно туда видит его, смотрит. Закрывая портал. Ну, понятно, но он думал, что он состязается с, как он говорит, достойным соперником. То есть с равным соперником. И когда ты понял, что соперник тебе не равный, ты решил просто издеваться над ним. А вот я сейчас тебе не равный соперник. Ты стоишь в моей клетке в тюрьме, он решает. Я сейчас прошу Хуберта, если он захочет изъявит желание, он сбросит тебя в галактическое ядро. Это не мое решение, это будет его решение. Ну что, спросим Хуберта? Он говорит, что ангелы 17 уровня не принимают негативных решений. А этим ты пользуешься, да? Он Видит? понял всю ситуацию. В ком ты еще присутствуешь он... в этом доме? Я уверен, ты не только в нем присутствуешь. Энергии там его присутствует. На Хорошо. Улице. На улице. Открывается портал. Сейчас в дом Хуберта 1, 2, 3. И реверсом забираю по этому каналу все энергии, которые находятся на земельном участке или в доме Хуберта. 1, 2, 3. Пошел поток энергии. Все на чистоте. Дракона летит до последнего микрона через этот канал в клетку тюрьму. Формируется в шар. Большой шар. Огромный. Открывается портал в галактическое ядро. Этот шар уходит на переработку, закрывая печатаю, И Дракон, в следующий раз, если я тебя вдруг еще встречу, ты уйдешь туда, куда сегодня ушел твой шар с твоими энергиями. Я не намерен с тобой шутить. Те, кто понял, меня тех, кто мне делают Те, кто мне делают вызов, тем и я делаю ответный вызов. Ты не имеешь права подходить к нему больше никогда. Все понятно тебе? Он понял неразумность своего присутствия на этом участке. Открывается наверху портал на чистоте синего дракона 1, 2, 3. Он уходит на свою чистоту. Больше я его никогда не увижу. Закрывая, печатаю, растворяю. Готово. Хорошо, давай, демон, рассказывай свою печальную историю. Сколько ты находился в этом биополе? А он тоже не в биополе, он смотрит со стороны. В ком ты находишься? На участке тоже живет. На участке ты живешь, хорошо. Если ты живешь на участке, то ты должен был меня видеть, когда я там ходил. Ты видел меня? Много вас там ходит таких крылатых. Понятно, хорошо. Не лезу я к вам. А к кому ты лезешь? Есть твои энергии на собаке, на кошке? Нет, это не мой уровень. Где стоят твои ловушки в квартире, в доме? На грядках? В конце земельного участка? Есть немного. В квартире есть, в доме? Нет, на улице. Мне с водой рядом приятно. Ну да, там красивый водопад. А как же ты тогда питался энергиями? А с кого ты питался? При работе, когда на земельном участке? Кто-то работал, да? Вечером нравится разговоры. Понятно. Хорошо, в ком ты присутствуешь из обитателя этой квартиры? Дом, дома, еще раз. Смотри, он показывает он на улице да. место, где сидят э, люди и общаются. И он тоже общается. Они его не видят, но он. Он с ними общается, да? Он с ними общается, он как вызывает на разговор человек, рассказывает, говорит что-то. Понятно. А зачем ему? Чем ему это интересно? Его же не интересует разговор. Но там есть особая энергия, то есть он вызывает вот на эти разговоры. Это спор и энергии спора. Энергии чего? Мо может довести до спора, но это не, не всегда. То есть, когда мнение начинает не, не, не совпадать. Ну, вот это и как раз его чистота. идет от... негатив. Да, вот и... он до этого доводит. То есть, он, кивает, он показывает, он сидит, головой кивает, как будто он разговаривает со всеми. Да, да. Я знаю, это место, я там часто сидел. Поэтому мне это понятно. Хорошо, Демон, давай теперь решать вопрос с тобой. Как мы будем решать этот вопрос? Ты обнаружен, я буду скоро чистить этот земельный участок, буду его запечатывать царя, энергией царя Соломона. Здесь сюда никто уже больше никогда не войдет. Я тебя спрашиваю, есть ли у тебя желание добровольно все это собрать и тихонечко уйти в порталы, которые есть еще и не закрыты? Или ты Говорит, будешь даже. Что да. Я сам вышел и понимаю, с кем имею дело. Лучше я сам покажу. Все я думаю... ранее. Он говорит, что пора уже в дом заходить. Кому? Он имеет в виду пере... переселяться. Да, менять локацию. Хорошо, я понимаю, менять локацию не с земельного участка в этот дом, а в другой дом. Под крышу. В другой дом. Хорошо, только не в этот дом. Хорошо, еще один вопрос, Димон, перед тем как я тебя отпущу, кто еще находится в квартире? Есть там черт или бес? Есть портал, а значит, и нижние есть. Понятно. Хорошо, это я буду закрывать. Хорошо. Так и сделаем. Я тебя отпускаю на твою чистоту. Ты можешь это все спокойно собрать и уйти, куда тебе нравится больше. Мы договорились, Демон? Договорились. Открывается внизу портал против часовой стрелки на чистоте Демона. Один, два, три. И Демон уходит на свою чистоту, закрывая, печатая, растворяя из того огненного Готово. Отлично, Верочка.